Приветствую вас, дорогие мои друзья! Сегодня я поделюсь своим быстрым приготовлением, можно сказать, второго блюда. Что у нас сегодня есть? Вот самое ценное, что могу сказать, что вот эта лепешечка, это я выпекала сама. Сделала вот такие блинчики по своему рецепту. То есть это у нас шла кефир. Я сделала кефир из натурального молока, и очень вкусный получился. И, разумеется, с водичкой, соль, сахар по вкусу. И сделала вот такие замечательные блинчики. Такие толстенькие, хорошие, все. Еще я использую вот такие. Это американские блинчики. Вот такой состав, смотрим. Так, резкость. Вот, чего тут. Читаете, смотрите, что тут написано. Не перечисляю, потому что это очень-очень долго. Но по вкусовым я скажу, что здесь просто вода, мука, соль. Даже масло я не сильно не почувствовала. Так что вот здесь по 20-30 лепешек в наборе. Вот такие вот вкусненькие. Вот они вот такие обжаренные с одной стороны, с другой стороны беленькие такие, да. Дальше, что мы делаем? Я показываю все миксы, все салаты, которые можно использовать с лепешкой, чтобы была вкусненькая. Вот, пожалуйста, еще. Так, угу. Что в комплекте здесь? Брюссельская шапит-салат. К ним, конечно, идут и майонезы, и орешки, и сухарики, и сыры идут. А дальше, следующий. Так, ну, это я уже вам показывала, и вы знаете, и какой состав вот в этом миксе. Так, да, резкость получилась. И как готовить? Любое видео мое взять, можно увидеть. Там я показывала все эти. Вот, пожалуйста, итальянские, азиатские салаты, которые используются также в различных салатах, также с сухариками, с майонезами, с сыром. То есть можно добавлять сюда, вот, пожалуйста, рецепт есть. И, разумеется, мне нравится очень майонез со сметанкой используется. Дальше вот этот Spring Mix. Здесь идут руккола, шпинат, капуста, вот, еще зелень. Вот, вот написано. Так, чтобы можно было вам увидеть. То есть это тоже очень полезный микс, а тем более шпинат. Так, и я уже как-то показывала, и состав вам очень быстренько хочу. Так, вот, что тут, из чего тут, и какое блюдо. Такое вкусненькое, все замечательно. И еще один бэби шпинат. Это молодой шпинат. Очень целебный, полезный. Употреблять его надо постоянно в любых салатах. Потому что это для сердца очень ценный листочек. Так. Надо смотреть просто, когда покупаешь, то там срок реализации идет. Чистая, вымытая, все сразу взял из пакетика, достал и приготовил. Вот. Так что еще в этот раз я использую, конечно, горошек молодой. Затем сыр, вот этот мексиканский сыр. 2-процентовый. Из молока приготовлен натуральный прекрасный сыр. Вот, Сакраменто.
разные. Он именно нарезанный и очень удобно его использовать в салате. Так, и прочитаем, что здесь с обратной стороны, его состав. Так что вот вам, пожалуйста. И следующий момент, очень важный, где я использовала здесь свежая у меня морковь, так, нарезанная соломкой, свекла, имбирь, резанный ломтиками, вот такое количество я употребляю один раз. Затем идет перец красный, витамин ПП. И, разумеется, все салатики здесь, на этой лепешке. Ну, еще маленький томатик замечательный, вот такой вкусный. Отварная, слегка отварная, это капуста. Цветная, брокколи. Пожалуйста, вам все это выкладываем на лепешечку. Все такое милое, симпатичное, вкусное. Не рассыпается. И добавляем, вот вам, пожалуйста. Вот такой вот полезненький, вкусненький вегетелес. Салатик открываем. Вкусняшка. И вот смотрите, я беру. Какой он замечательный. Здесь спайс, специи. И вот мы распределяем на эту лепешку. Снова серединочку. Ну вот, как вы думаете, я не знаю, как по времени. Ну, сейчас, если я все вам рассказываю, более медленно, уже 7 минут видео идет, то, разумеется, все это берем, чистое, вымытое, выкладываем, ничего не рассказывая, любя себя, любимую. Вот такая лепешечка. Теперь мы ее завернем. Вот так миленько. И что мы будем делать? Употреблять, дорогие мои. О, вкусно, замечательно. Главное, чтобы быстро. И в прикуску, конечно, будем кушать свеклу, морковь, имбирь, красный перец. Хочу вам пожелать приятного аппетита. Пожелаем друг другу приятного аппетита и вновь появившемуся аппетиту. Все это очень полезно. Это микс замечательный. Это все очень отлично работает для желудка, вообще для вашего организма. Полностью весь набор нужных и ценных витаминов, дорогие мои. Возьмите на заметку, попробуйте. Миксовать вы можете все по-разному, что у вас в наличии есть. Но я буду, конечно же, использовать еще и другие важные ингредиенты, которые можно все это укладывать на эту милую, симпатичную русскую лепешку. Сегодня у меня русская лепешка. Свекла сладкая, морковь сладкая, это мелкая, вот такая я ее отложила отдельно, чтобы вам показать. Вот такая симпатичная морковочка и свеколочка салатная. Очень такой нежный, прекрасный вкус. Сладкая-сладкая свеколка. Всех вам благ, дорогие мои друзья. Исполнение желаний. И готовимся к Рождеству. Бон аппетит. До скорой встречи.